Приветствую вас! Приветствую и напоминаю, что сегодня воскресенье 13 ноября, то есть такой 20.00 за киевским временем, будет тервенький на финансовый клуб. По традиции поговорим про экономику Украины, России, Казахстана, Белоруссии. Ну, понятное дело, не можем не вспомнить Трампа, но вспомним Трампа не с точки зрения, там сказать, очень высокой политики, а с точки зрения экономики. Вот действительно, как событие с избранием Трампа повлияло на экономику России, Украины или не повлияло? И вообще, как это может повлиять на мировую экономику? Об этом поговорим. Так что всех жду 20.00 сегодня вечером на Теревенька на финансовом клубе. Приходите. Не забудьте чашечку чая.